На початку квітня у Миколаєві завершився всеукраїнський майстерний турнір пам'яті 68 героїв-десантників. У змаганнях взяли участь спортсмени з багатьох міст України, а також команда з Молдови. Від Чернігова у цих представницьких змаганнях брав участь всього один боксер – це Максим Воронін, який і завоював перше місце і, звісно ж, золоту медаль. Він виступав у ваговій категорії до 64 кг, займається в Чернігівській спортивній школі атлет клубу «Ринг» тренер Валерій Бондаренко. Як розповів у своєму інтерв'ю сам Максим, він здолав трьох сильних суперників, а першим на його шляху до перемоги став майстер спорту з Кривограда, бронзовий призер чемпіонату України до 22 років Юрій Бірзу. Наполегливий поєдинок закінчився перемогою Максима з рахунком 2-1. У півфіналі нашого боксера чекав спортсмен із Харкова Ілля Руль, чий зріс був далеко за 180 см. Незважаючи на антропометричну перевагу і правосторонню стійку суперника, Максим Воронін тактично і грамотно розібрався із ним, щоразу атакуючи його в корпус. У фінальному бою, завдяки тактично грамотним діям, Максим з успіхом переміг свого суперника з рахунком 3-0. С города Николаева, там проводился мастерский турнир всеукраинский. Ну, там еще участвовала и команда с Молдовии, приехала. В количестве там 5, может, 4 боксеров, ну, приехала. То есть уже как международный турнир. Это был мастерский турнир, очень сильные боксеры там были. В каждом весе были, ну, буквально все мастера спорта, там буквально пару, может, кандидатов. А так довольно очень сильная конкуренция в каждой весовой категории. Ну, был недоезд боксеров. Ну, вот у меня в весовой категории было 10 человек, там у кого-то 8, хотя должно быть там 15 и больше. Занял первое место, провел 3 боя, 3 выиграл. Первый соперник был из города Кировоград. Самый, наверное, сложный был бой первый. Это со счетом 2-1 я с разделением судей победил. Второй бой за выход в полуфинал был с Харькова парень. Очень высокий, такой худой, высокий, 1,85 м, наверное, рост. И выиграл его довольно так даже легко. Первый раунд как бы так прочувствовали, повозились. Второй, третий уже понял, как шо, нашел к нему как бы ключик и разгромил 3-0. Все как бы судьи отдали мне. И финал был с мастером спорта с Кривого Рога. Тоже левша был, очень такой техничный парень, чувствительный очень. Тяжело было как и первый, так и второй раунд как бы подойти к нему. Ну, как бы в эпизодах по чуть-чуть выигрывал каждый раунд. Со счетом 3-0 судьи отдали мне. Чеченских боксеров не было никого, я один ездил. Я ездил как бы с тренером со Славутича и с мальчиком со Славутича, который занял второе место в весовой категории до 56 кг. Занимаюсь уже 8 лет. Будем, наверное, самый такой серьезный старт в этом году, в этом сезоне, будет у нас, наверное, универсиада. Открытая универсиада, это там участвуют вообще должны быть только студенты, но сделали открытый, то есть будут участвовать все. Тренер Валерий Алексеевич Бондаренко, готовил он к соревнованиям постоянно, ну как бы здесь в зале постоянно тренируемся. Ну еще помогали с X-Line зал, там Саша Лой есть, тренер как по физподготовке получается. Потом Николай Сергеевич помогал очень сильно, тренер по изометрическим упражнениям. Вот, и так цикл подготовки пройшло. А ще, як ми дізналися, Максим Воронін торік врятував на морі жінку. І хоча нас попередив його тренер, що він не полюбляє про це розповідати, однак нам вдалося умовити боксера хоча б трохи розповісти про той епізод з його життєвої сторінки. Зазначимо, що ця пригода сталася під час відпочинку на острові Джерела-Хач біля селища Лазурне Херсонської області. Плавали, ну як плавали, я в масці ловив крабів, плавав і как бы услышал там какая-то паника, крики. Это было второе число, день десантников, как бы. Ну там такие огромные мужики стояли, что пальцем показывали на море, а там женщина как бы переплывала на остров совсем другой и ну, как видно, или судорога, или что-то, может, плохо стало. Ну, и все когда смотрели, никто ничего не делал. Маску сбросил, как бы бросился в воду, помог выплыть. Особо ничего такого.